В КЧГУ имени Умара Алиева прошел выпускной бал. В этом году более 1000 студентов получили свои дипломы. Стоит отметить, что второй год большинство выпускников вуза становятся инициаторами акции «Мантия добра». В качестве гуманитарной помощи средства от покупки мантии и шапочек они направляют беженцам из Донецкой и Луганской республик. Главное торжество проходило в стенах вуза и на площади имени Героя России Канамата Баташева. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. С самого утра территория вуза наполнена праздничной атмосферой. Со словами напутствий и поздравлений к новоиспеченным специалистам выступили директора институтов, деканы факультетов. Основная часть праздника проходила на главной площади Карачаевска, где лучшие выпускники получили свои дипломы с отличием. Заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев поздравил всех виновников торжества и подчеркнул, что студенты являются активной составляющей населения города. Более 1200 выпускников в этом году, и более половины из них – это очники. Это очень радует, и мы хотели бы, чтобы и в дальнейшем вот, наш университет, наши, скажем так, высшие заведения этого города поступало большое количество, большее количество студентов. Это оживляет город. Наш город поистине является не только красивым и горным, он является на самом деле самым горным и самым студенческим. В свою очередь ректор КЧГУ Талсултан Узденов вручил дипломы с отличием лучшим выпускникам вуза. Он также отметил, что несмотря на сложный период пандемии, мы сплоченно преодолели все трудности и смогли дойти до финишной прямой. Те навыки, компетенции, то, о чем я говорил, душевное добро, которое у вас есть, которое вы получили здесь, я уверен, вы и дальше понесете. Дальше понесете твердой поступью, с отвагой в сердце, с добром в души. Не бойтесь, идите вперед. Не бойтесь перемен. Меняйтесь сами, меняйте мир. Давайте сделаем наш мир лучше, красивее. И мы, Карачаево-Черкесский государственный университет, будем гордиться вами. КЧГУ навсегда останется в наших сердцах, отмечали выпускники. И каждый из нас, покидая наш родной вуз, будет стараться достойно представлять его на различных уровнях профессиональной деятельности, уверяют виновники торжества. Этот выпускной – это то, чего я ждал все 4 года, но когда этот день настал, я очень-очень грущу, потому что не хочу покидать наш университет. Сегодня вы видите, как наш всеми любимый университет организовал для нас выпускной. На этот выпускной приглашены множество гостей, и мы очень рады, что нашему выпускному уделяют столько внимания. Могу сказать, что это мой второй дом, если не первый. Изначально я вообще не собиралась сюда поступать, но меня заставили родители, и я им за это очень благодарна, потому что я нашла себя, и мне нравится работать со студентами. Вот. И в дальнейшем я планирую поступить в магистратуру к себе же в университет. С самого первого курса у меня оставались всегда только положительные впечатления и эмоции об этом вузе. Когда я поступала сюда, началась стажировка в Чешский западный университет. Благодаря нашему ректору мы смогли попасть туда. После того, как я окончила бакалавр, не было сомнений, куда поступать в магистратуру. Поэтому выбор был очевиден, я осталась в родном вузе. После официальной части для выпускников был организован концерт с участием известных артистов республики. Особым сюрпризом для ребят стал приезд звезды топ-чартов поп-кумира молодежи Джанага. По завершению концерта в честь выпускников ночное небо озарил фейерверк своими яркими огнями, тем самым желая ребятам ярких жизненных моментов в их дальнейшей жизни. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Бела Межаева, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.